Всем привет, с вами Слава Замок и новости за июль. Поехали! Курс валюты снова пополз вверх. С начала июля доллар подорожал на 2, а евро почти на 6 рублей. И судя по тенденции, если не будет предпринято никаких мер, рубль так и будет дешеветь. Как думаете, как это отразится на рынке ЗСИ в августе? Ждем повышения цен? В июле на рынке ЗСИ произошло крупное слияние. Поставщик замков и фурнитуры ПТК и компания «Булат» решили объединиться. С 1 августа 2020 года компания ПТК, владеющая марками «Аллюр», «Авангард», «Стандарт», получает права на флагманскую торговую марку «Булат» и переводит штат сотрудников компании в свой московский офис. По словам владельца компании ПТК Сергея Малышева, он надеется, что объединение двух таких крупных компаний позволит улучшить условия производства, повысить качество и обеспечить наличие продукции. А ослабление конкуренции даст возможность сконцентрироваться на развитии и закрытии пробелов продуктовой линейки. Ну что же, впереди их ждет большая работа. Желаем удачи! Дверное дело расширяет границы. Формат Zoom и был создан для этого. В июле информационно-аналитическое агентство провело конференцию «Особенности дверного бизнеса в разных странах», в рамках которой дверники из США, Италии, Чехии и Израиля поговорили об особенностях розничных рынков. Это было очень полезно как для расширения общего кругозора, так и в качестве вдохновения для развития собственного бизнеса. Середина года – время подводить промежуточные итоги. Поэтому также прошли конференции о производстве дверей, рынке входных и технических дверей и дверной рознице. В них представители крупнейших производственных и розничных компаний рассказали о текущей ситуации и поделились прогнозами на ближайшее будущее. Посмотреть конференции можно в записи. За ссылками обращайтесь к Сергею Харитонову. Guardian продолжает увеличивать уровень своего присутствия на популярных маркетплейсах. Теперь продукцию компании можно найти и в интернет-магазине Беру. Напомним, что ассортимент Guardian также представлен в Leroy Merlin, Abi, Online-Trade.ru, Maxidomi, Scobere и всеинструменты.ру. Выбирайте дверные замки и фурнитуру и делайте покупки комфортно и безопасно. А теперь переходим к новинкам TradeLog. Пополнился ассортимент магнитных защелок Fuaro 5300 MWC. Теперь к заказу доступны не только популярные среди наших клиентов цвета хром, сатинированный никель и графит, но и бронза. А значит, появилась возможность создавать еще больше комплектов в едином стиле и дизайне. Защелки со смещенным магнитным ригелем предназначены для установки в деревянные, межкомнатные и сантехнические двери и рассчитаны в среднем на 30 лет службы в семье из 4 человек. Межосевое расстояние 90 мм позволяет оптимально устанавливать ручки на раздельном основании с сантехническим фиксатором. Добавьте к этому широкий выбор цветов и привлекательную цену и получите отличное предложение. В продаже появилась профессиональная монтажная пена ProFlex. Мы выбрали этот бренд, потому что компания уже давно зарекомендовала себя как производитель монтажной пены высочайшего качества. У пены высокий выход, идеальная мелкопористая структура, отличная адгезия ко всем строительным материалам, кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена, быстрая полимеризация и низкий показатель вторичного расширения. А значит, это отличный вариант для уплотнения монтажа окон, заполнения пустот и повышения звука и теплоизоляции. Также мы расширили ассортимент уплотнителей Урал Эластотехника. К уже давно продающемуся RG-12701 с сечением 12,7 на 14,2 мм добавился уплотнитель RG-141LT с меньшим сечением 10 на 12 мм. Уплотнитель без клеевой основы предназначен для тепла и шумоизоляции помещений и решения проблемы сквозняков. Изготовлен из высококачественной вспененной резины на основе EPDM каучуков и сохраняет свои свойства при любых видах атмосферного воздействия от минус 50 до плюс 70 градусов. Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму и подходит для всех типов окон и дверей. Чемпион среди уплотнителей. Подробная информация о всех новинках TradeLog по ссылкам в описании к видео. С вами был Слава Замок и новости за июль. Всем пока!